Если дамба разрушится, они погибнут в ходе наводнения. При этом, чтобы прорвать заграждение, достаточно всего нескольких десятков килограммов взрывчатки. То есть это прямая угроза национальности. Посмотрите, как у кошки не волк происходит, что рука расшибется. И это всегда постоянно вот это. Снежка. Доставай руку, доставай, доставай. Вот доставай. Ой, умочка-то какая. Возьми. Не убилась рука. Shantara.
Thank you.
Laput poho siya kang ko. Do you remember how you held me then? Now you've got me reaching out. And do you see you got me falling in? More times than I can get out. Ага, может еще дать без рук можно. Монстр, блядь.